День молодежи России отмечается 27 июля. Именно они, нынешние школьники, студенты, молодые инженеры и ученые, в будущем определят пути развития нашей страны. Съемочная группа ЛРТ вышла на улицы города, чтобы узнать, что люберчане знают об этом празднике и что хотят пожелать молодому поколению. Потерянное поколение или наше будущее? Без царя в голове или надежда России? Отношение к молодежи во все времена было неоднозначным. А какое ее видят люберчане? Давайте спросим у них. Хорошая, отличная, умная, развитая. Более-менее нормально, то есть пытаться все-таки быть более образованной. По моему мнению, очень даже хорошая молодежь, современная, увлекается много чем. Вообще зависит все от компании, в которой ты общаешься. Везде по-разному. Сегодняшняя молодежь очень перспективная, очень умная, веселая. И самодостаточная. Веселая, активная очень. Участвует во всех мероприятиях города. Хорошая молодежь больше. Стали более умные, наверное, более образованные, более раскованные по сравнению с советским временем, да? Позитивная. А еще? Ну, не знаю, большинство уже энергичны. Тут лето начинается, все начинают вот на велосипедах гонять. А чем должна заниматься молодежь, вот, чтобы не терять времени даром? Ну, большинство современной молодежи подрабатывает. Ну, а я думаю, просто заниматься спортом. В большей степени, конечно, гуляет. Это тоже хорошо, потому что зачем дома сидеть за компьютерами? Росла все-таки в 90-х. Мне кажется, сегодняшняя молодежь лучше. А вот МЧСники какие они сейчас, молодые? Доблестные, лучшие, как бы, самые. 27-я пожарная часть, да, тоже вот лучше. Спасибо. Скажите, а что вас подвигло заниматься этим? Вы молодые и пошли рисковать своей жизнью. Спасать людей. Это главное. Пожелайте, пожалуйста, сегодняшней молодежи что-то. Ну, я бы хотела им пожелать, чтобы они радовались жизни, уважали друг друга, чтобы много друзей у них было и побольше любви у молодежи. Выпускникам, чтобы они поступили в институты. Слушай больше старших. Честно, это они всегда правду говорят. Чтобы у них все получилось, то, что, наверное, они о чем мечтают. Вообще счастье в жизни. Ну, чтобы они держали как бы Россию впереди, чтобы они любили нашу родину, нашу страну и были как бы такие патриотические, я думаю. Держать правильный путь. Меньше пить этим летом и заниматься спортом. Чтобы все в жизни было прекрасно. Ну, а мы, в свою очередь, присоединяемся ко всем пожеланиям и призываем молодое поколение держать марку. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, специально для рубрики «Свободный микрофон». Привет, я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.